Добрый день, уважаемые участники морского образовательного проекта Education Marine. Я капитан Василий Березовский и проект Education Marine начинаем подготовку штурманского состава и всех заинтересованных к зимней навигации и представляем новый курс Ice Navigation – Practical Advices for Mates and Masters. Ранее мы рассмотрели особенности усиления корпуса судна и разобрали, что же такое ледовый пояс. Теперь важно выяснить, как формируется ледовый караван и на какое место за ледоколом могут поставить ваше судно, согласно тому техническому регламенту, который мы разобрали ранее. Итак, формирование каравана с одним ледоколом. Это так называемый простой караван, и в большинстве случаев он будет состоять из одного ледокола и нескольких судов. Обычно это 3-4 судна, которые будут размещены в караване капитаном ледокола в зависимости от нескольких факторов. Первый – ледового состояния. Второе – прочности корпуса судна. Третье – мощности двигательной установки. Четвертое – иногда будет учитываться опыт капитана. Принцип расстановки в караване. Мощное судно, слабое судно. Мощное судно, слабое судно. И в зависимости от состояния льда, конец каравана – это судно с мощной двигательной установкой под командованием опытного капитана. Так как это судно будет двигаться в самых тяжелых ледовых условиях из-за ледяного потока, который пытается заблокировать путь. В случае очень тяжелой ледовой обстановки будет сопровождаться только одно судно. Ну и также может возникнуть необходимость буксировки самого слабого судна в караване. В этом случае самое слабое судно в караване будет закреплено на корме ледокола и отбуксировано в ранее оговоренный пункт. Итак, пришло время пригласить всех вас на семинар. Ice Navigation. Practical Advices for Mates and Masters. На платформе Education Marine. Приглашаем и ждем вас на этом семинаре для того, чтобы пролить свет на очень важные аспекты ледового плавания или же ледовой навигации. С вами Березовский Василий и образовательный морской проект Education Marine. Присоединяйтесь, будет интересно.